Продакшн представляют. Фестиваль школьного баскетбола. Экстрима, сцена, 8 кортов на площади рядом с дворцом ледовых видов спорта. Пара MC, Old School, Deep Hub, Non-Stop. Движение без перерыва на антракт. Спортивный комплекс, 4 зала готовы для отборочного тура по баскетболу. Уровень выше запала на 3 дня, месяц, сентябрь, город Йошкар-Ола. Помимо того, что здесь вот есть, существует некая такая спортивная составляющая, есть турнир по баскетболу, по питер-баскету, по стрит-баскету. Мы на самом деле давно уже вышли за рамки просто спортивного проекта. Сегодня мы выстроили систему, когда наши школьники между собой знакомятся, общаются. Они устраиваются совершенно новые социокультурные связи среди молодежи. Устраиваются они на самой такой благодатной почве, на почве любви к спорту, к здоровому образу жизни и так далее, и так далее. Лязг тормозов, клацанье, рампа, овации, презентации, экстрим, площадки, вспышки, папарацци. Столбы бетут, и там шум, и гам, все кипит. Ты акула в мире шоу, парень, мы трехтонный кит. Главное событие первого дня, открытие фестиваля школьного баскетбола зрителями. Кроме гостей NBA, новостей хоть отбавляй. Это не остановить уже, Йошкар-Ола, встречай! Второй день, мечи стучали до темноты. Или конкурсы, экстремалы крутили финты. Те команды, кто на плей-офф потерпел фиаско, убили с остальными стритбол и питер-бас. Сняли легенды NBA, давали мастер-класс. Ас обучали дриблингу, искусству паса. Тактики при атаках расписывали фишки. Майк Фротелло, Эйс и Грим шли без привилички. I did, I enjoyed the skill level of the children. Мастер-класс и тот уровень, который есть у ребят. And I really liked the passion that they had for wanting to learn the game of basketball and play the game of basketball. И мне нравится, что у них есть страсть к игре, и они хотят учиться и играть в баскетбол. And so it's been, it had been, it was a great lesson, a session for them, and I definitely have to thank the schools for allowing us to do this. This is awesome. Мастер-класс, потрясающая сессия. Мы также посетили много школ, там также было просто великолепно. Отбор продолжался, а в ледовом тем временем расставили все точки над «и». Встретились тренеры, Запад против Востока, позитив, слив амбиций. Этот матч дал жизнь новой традиции. Вечером пока на главной сцене бибой в ломаном танце выясняли, кто чего стоит. Творческий вечер собрал в зале все команды, каждый регион представлял свои таланты. Итогом во всей этой истории стали финалы в двух категориях. Все, кто подходил, попадали на движение. Главный паркет-холл был центром притяжения. Поток людей заливал трибуны зала. Все федеральные СМИ, газеты, телеканалы ждали решающих игр, бонусов, придачи. Финал юношей был разбавлен вип-матчем. Спортсмены, политики, бизнес-магнаты смешались в командах с простыми ребятами. За всю историю чемпионата вопросы решались на паркете без плата. И в завершении, в зале полном зрителей, после вручения кубков победителя, торжественное открытие нового сезона без баскет уже в твоем регионе. Чемпионат межрегиональной школьной баскетбольной лиги сезона 2010 открытым!